у нас праздничное мероприятие. Открываем новый модуль в детском саду. Хотелось бы сказать, что за последнее время это уже четвертый модуль, который открывается в городе Керчь. Этот модуль сегодня примет уже 100 наших деток, которые будут здесь находиться в комфортных условиях. Хочу сказать, что в планах администрации на 2020 год построить еще таких 5 модулей по городу Керчь на 125 мест каждый. Дополнительно уже в этом году будет заключен контракт на строительство нового детского сада капитально на 140 мест по улице Клинковского. Надо сказать, что мы стремимся, чтобы очереди в детских садах в Керчи не было. И практически этого уже добились в этом году. Дополнительно выделенные денежные средства Сергея Валерьевича Максенова в этом году с помощью этих средств было отремонтировано 6 групп в детских садах, существующих в городе, которые были выведены из эксплуатации, и введено в эксплуатацию до 1 января 2020 года еще 450 мест. Поэтому хотелось бы сказать, что в городе полностью вместе с депутатами ведется работа по ликвидации очередности в детские сады. Это значительный вклад в развитие нашего образования. Поэтому хочу всех поздравить, пожелать здоровья, а нашим детям здесь, конечно, комфортного существования. Всех с праздником! Сами видите, что таких садов раньше мы не наблюдали. Он уникален, наверное, тем, что, во-первых, он быстро возводим. Во-вторых, вы сами чувствуете, какие здесь комфортные условия, как просторно, тепло и уютно. Мало того, модуль идет полный, с полным комплектом оборудования. То есть это и детские игрушки, это столы, это мебель, это посуда, ну и так далее. И это нас устраивает, потому что та проблема социальная, которая существовала, и когда у нас ощущалась действительно катастрофическая нехватка мест, она с каждым годом все решается быстрее и быстрее. Нужно сказать, что вот конкретно по микрорайону Аршинцево с вводом данного модульного детского сада сейчас открылись две группы в 54-м саду. Детки уже скомплектованы. На сегодняшний день здесь уже посещает детский сад около 10 детей. Выдано порядка 70 направлений. В настоящее время дети проходят медицинскую комиссию. И еще на оставшиеся 30 мест, которые и есть сейчас, идет добор. Все, то есть я думаю, что к Новому году сад будет заполнен полностью.